Ну, у нас есть какая-то одна глобальная большая задача, что это славянская история, древнеславянская. Вот, мы включаем немножко фэнтезийные вещи какие-то. Вот, и, собственно, на основе этого, я собирала много разного материала славянского, и на основе этого какие-то там скомпилировала вещи, то есть северных костюмов, северных славянских народов, да. Вот, а потом, чтобы было более понятно, сначала мы сделали паттерн вот этим. А где-то поняли, что нужно вот не такие, а перекрашивать, и ткани перекрашивались. Многие вот эти вот шерстяные ткани, они очень хорошо красятся, и чтобы придать этот цвет вот холодный, такой стальной, зимний, красили ткани. Вот. А потом следующим этапом уже, чтобы более это наглядно было, вот, ну, прям, чтобы более понятно было и покрой, и как это по цвету будет, вот я сделала такой вот кубок. Вот. Ну, собственно, все. А этот наш главный персонаж, который будет на коне. Все то же самое, тоже древнее. Это будет воевода, главный воевода зимы, который будет водить собой по концу, ну, по общей идее, будет вести за собой войско. Он будет на коне, вот как раз вот Кристина рассказывала, на коне с собакой, с волкодавом и с собой. То есть образ такой будет очень не просто мрачный, угрюмый, но еще и устрашающий. Поскольку он является воеводой, у него, конечно, должны какие-то элементы быть, ну, например, кольчуга, да, чтобы люди понимали, что не просто такой персонаж наконец разъезжает, а он охраняет. Неважно. Да, неважно. В общем, вот это образ зимы, древнеславянский. Мы нашли, что вот этот значок – это образ зимы. Вот, нам вырезали такой, и вот я вот такого размера, вот такого размера, вот их чередуя между собой и еще вот этим вот маленьким. Сейчас пока что вот такое вот получается. Но будет еще, это еще… То есть вы просто так умеете спрашивать или как? Под кольчуги, вот немного выглядывать из-под них. Вот, соответственно, под ними будут вот эти блики, что они тоже шерстяные, тоже теплые. Довольно аутентичному кольчугу.